как-то мы вдвоем с ножками. Так, угоди, где я вообще? Квест он там. А, здесь был мелкий шмыг, которым я искал всякое дерьмо. Он чинит грузовики. Don't bother, tell me. Я нашел все. Я же Васян. Как ты во мне сомневался? Держи. Опа. Я нормальный парень. Машины должны быть с респектом, короче. Бам. Сразу любовь у нас там. Так, пришел какой-то другой парень в ватнике. Так. Игорь, делай огнемет. Найти запчасти для огнемета? Давай найду, мне не жаль. Дело в том, что я Васян. Explain. Поэтому мы должны помогать друг другу. Мне нравятся очень сильно эти выборы, на самом деле. Что они вроде ты ничего такого особо не выбираешь, а с другой стороны, character development происходит. Несмотря на то, что у тебя молчаливый протагонист, вот эти выборы, они позволяют как-то формировать образ твоего человека. Так, ну теперь у меня есть еще один квест на собирательство. Windshield Glass from Primordial Eastgate Plain. Eastgate Plain, это где вообще, блин? East... блин. А, во, здесь прям показывает. Вот, как здесь прям на улице. Вот здесь. То есть там красненько будет. Так. Вон я вижу, и там, кстати, сокровище какое-то лежит. Тут вообще в игре другие пейзажи есть, все, конечно, красиво, но какое-то одинаковое. Что значит другие пейзажи? Здесь три континента, каждый континент это своя биосфера со своим пейзажем. То есть, если на этом континенте трава и вот такие вот висящие штуки в воздухе, то на другом континенте джунгли, на третьем континенте пустыни, на четвертом снежная фигня, а на последнем, я так понимаю, там лава везде. Так, все, теперь можно возвращаться и относить ему. Я молодец, сделал квест. Так, где он тут? За тачками. Все, забирай. Несложный был квест. Сейчас еще что-нибудь скажет собирать. Забирай это. Да это изи. Так. Причина, по которой мой брат работает механиком для вас, хьюманов. А также причина, по которой я открыл здесь repair shop. Потому что мы знали, что если мы будем работать вместе, короче, это моральный урок.
Я им помогал. И он такой, shut up and take my money. Система на двух SSD в Ready, а что, поехавший, что ли? Зачем? Зачем такое делать? В 2015 году. У меня один SSD просто, я купил SSD-шник на терабайт, и все, у меня больше нет никаких винтов. Good luck out there. Ей, прошел. Так. Почти уже закончили все квесты. Постепенно подбираемся к стори-квесту. Крутануть слот, собрать. Летать туда он. Так, куда? Это в Обливии где-то. Там просто прийти и потрогать, грубо говоря, пробку здесь. Да, там же шина будет упираться. Тогда вот эту красненькую штучку подцепить. Ой, ах вот че. О, палочник. Мне, по-моему, как раз с него дерьмо надо собирать. Бабчик. И поехали пилить. Как же я пилю, господи. Палочники прикольные. У меня овердрайв все есть. Мне кажется, измерять свои требования к системе тем, сколько секунд у тебя винда грузится, это очень странно. Ты сколько раз в день винду грузишь? И что тебе эти 3 секунды дадут? И за какую цену? Даже если бы это было бы нормально, и если бы это работало, если бы это не упирал в шин. Так, ладно. Че, я квест-то сделал? А, его прям так засчитали сразу, и все. А, это Кристи надо его... Там ей осталось только притащить Миранима, которого у меня пока нет. А-а-а. Так, а сзади, говорят, сокровище он там где-то. Чуть чем попахивает. Так, сюда вот идем. Тебе, друган, на overclockers.ru. Мне кажется, тебя там поймут. Здесь навряд ли. Летающая фигня 40-го левела. Смогу я? Я какой? Я 32-й. Блин, мне кажется, она меня бах. Она 40-го стала неожиданно. Это как так вообще? Она пожевала на месте и левелапнулась. А, подожди, она же была 40-го. Что-то меня уже все кроет. Это я про себя такой. Я 32-го, значит. А там уже забыл, какой левел был. Наркоман. Так. Что будем делать? У меня... Давай посмотрим, какой пререквизит. Полетели бараки. Надо сделать одну стори-миссию, наконец. А то иначе как-то совсем, что я весь день... Покажу квестики, делаю. Но здесь вроде Affinity Quest перереквизить. Да, 10% мира исследовать. У меня уже... Сейчас скажу, сколько... 22% всего мира исследовал за неделю игры. И сделать матчмейкер Affinity миссию. Affinity миссии матчмейкер, это, по-моему, где-то Commercial District, если я не ошибаюсь. Сейчас найду. Nine Lives. Да, вот, за матчмейкер. Пойдем возьмем.
И потом можно будет сделать историю, историческую миссию. Так, там Кристи ждет, когда я... А мне куда-то туда, наверное. Вот это вот на задворк. Вот это вот? Не, это елф. А, мне сильно выше. Я не туда прилетел. Есть караван чуваков этих приехал. Здесь была прикольная миссия про чувиху, которая купила какой-то бальзам и облысела. И там прям лысая моделька была чувихи, она ставила бомбилу на этих торговцев. Так, вот она. Required members. А, Nine Lives, это не то. Матчмейкер, это чуть дальше. Вот здесь, в кафе. Да, вот эта вот тема. Так, да, матчмейкер. Надо кик Сирину. Missions. Не, не то. Active members. Ты иди отсюда. Так, все, принимаем. Thanks again for the help last time. Hmm? When did you work with Elma's team? When a certain someone decided to just wander off and leave us high and dry? Oh yeah? Well, I hope whoever it was got chewed out good. Looks like I owe you one, Elma. Она с витрами. Order something if you like. My treat. Really? О, ничего себе, там глаза загорелись. Oh. Tatsu filled to bursting with food and joy. Нажрался. Always good and generous friend. You tubby little. I said order something, not everything. It's okay, Lau. Next meal, it'll be Tatsu's turn. So Shingo, you gonna say something? Go ahead and ask. I'm sure these ladies will give you better advice than I can. Having trouble with something? Oh, I... it's not. Aren't you advice? Ooh, I know. Shingo has a crush on someone. Wait, what? How'd you know? Oh, come on. Crush. Seriously? I had no idea, братан. Oh my gosh, it's totally obvious. How do you not see it? I get that a lot. If you're done making the poor man sweat, why don't you hear him out? But look, if this is about winning a girl's heart, Lau is probably the guy you want to ask. He knows you a lot better than we do, since you work together and all. Plus, he was married, so he can... Про жену сказал. И ему сразу бахнуло, что у меня жена там погибла где-нибудь. Это Affinity Quest, поэтому здесь будет вот это. Плаксивая история. God damn it. Все за руни. Yeah, we don't really talk about Lao's family. Oh my gosh, I didn't mean to... Oh my god, she сломала баба. No, don't worry about it. Thanks. I still feel like a total oaf, though. Ugh. He wasn't angry, Lin. You heard him wish Shingo luck. Yes, yes! Angry Lao not talk like that. Thanks, guys. Yeah, so, if you don't mind, I really do need some advice on this. I'm at the end of my rope. Sure. Whatever we can do to help. Сейчас будет им помогать. Подожди, я еще прошел? А, это новый кусок миссии? North Founder Street в Commercial District. Это он туда он. Мне кажется, пешком передвигаться круче. Потому что чувствуешь, что ты идешь по городу, а вот это вот на робот два раза прыгнул, перепрыгнул, все это дерьмо. Я такой, ну ладно, что здесь у вас? Это сильно хуже же.
главного, Найтик Бабзап. А, я же его здесь первый раз-то и увидел, что он здесь... Никлс. Вот она. So that's her, huh? And you say your name's Dorothy? Dorothy. She's beautiful. Oh, gosh. Thanks. Not quite sure what you're taking credit for there, but okay. Tatsu will go and ask Pretty Lady for her favorite food. You stay put, you. Man, she's too beautiful. She'll never go for a schlub like me. Schlub. If only I could make her happy somehow. Ah. Ты должен confess your undying love. Иди и скажи ей, как мужик. Oh, now we're talking. What? Just out of the blue? No way! Come on, you guys. The point isn't to send the poor woman running. All right, maybe that's a little strong. How about just asking her to dinner? Боже, начинает с дерьмо там. Иди в кино, своди там, я не знаю. Письмо напиши. If the way she's dressed now is any indication, she's obviously into fashion. Why not give her a little accessory when you ask her out? A bracelet or something. Hey, that'll make a great impression. Боже, заберите меня сюда. Это прям для девочек квест. Where am I supposed to find nice jewelry here on Mira? Сейчас меня джуэлеры заставят искать. Tatsu has an idea. Cowardly friend should get Pretty Lady a shiny rock. Ничего себе. That'll help Tatsu dead upon win the heart of Momopon. Hey, not bad. You're kinda smart for a nopon. Meh, since friend who need whole team to ask out girl. Ха, get fucked. Здесь прям меня весь склад такие сигберны учиняют, почему? Опа. У него, смотри, смартфон какой. Matchmaking stone. Sounds like a winner to me. Let's go track one down. We'll need someone to set it in a bracelet once we've found it. There's a jewelry shop in the commercial district. We can try bringing it there. Так. Matchmaking. У меня 51 штука этого дерьма. Я пойду отнесу в ювелирку. Хорошо, что я заранее все пособирал. Там наши роботы стоят. Пошли в ювелирину. Ночью-то работает. Я думаю, сильно меньше на самом деле здесь квеста будет по городу, поэтому я наоборот только рад, что есть куча миссий, их дают. Я думал вообще, что есть труба сюжетная, и все, типа, пошел отсюда. А здесь очень много всего надо делать. Амар. Now this is a stunning specimen. It better be, considering what we had to go through to get it. So, how much to put that in a bracelet? Браслет в камень. Sorry. Not gonna happen. Not gonna happen. Why not? I tested its hardness. That rock puts even diamonds to shame. Seriously? I'd really like to help, but my tools just can't handle it. Sorry. А он обрабатывать все не может. И что, теперь ему новый инструмент надо или нового ювелира надо искать? Этот ювелир, мне кажется, лошок. И он такой, God damn, все, мы пропал, все пропало. I never imagined it couldn't be done. All that trouble. Just because our tech can't handle it doesn't make it impossible. I met a man on Craftsman a while back who works with rare minerals. He's not cheap, but he's good. Why don't I introduce you? Sir, that would be amazing. Он послушал. Лау, about before. У него костюм как в Крузис. I know you've been working hard to help out one of my crew. На руках вот эти веревки. Thank you. I appreciate it. Of course. Все, школьница реабилитировался. Me join the fun from here. Heck yeah. Так, к нам присоединяется снайпер. Так, и теперь нам что надо? Манон шип. Туда он. Ого, там Аврора прям. Мы полетели. Так. 27% фотка.
А здесь, кстати, квест. А, это вот эти жуки, которых я спасал. Я так знал, что они будут давать квест. Они все еще бузят здесь. Assembled to discuss how to proceed. Про технологии. Он там рассказывал. Им нужен какой-то компонент для того, чтобы воспроизводиться. Как по-русски сказать у нас. Короче, плодиться. Я не надеюсь, что я... сейчас будет квест искать дерьмо, чтобы они размножались. А они потом размножатся на всю вселенную, я знаю это дерьмо. Ну, давай, возьму квест. Так, говорит, спасибо за помощь Нокслами. И у нас теперь, говорит, будущие планы. Так, Servants of the Ova. Что такое Ова? Our reason for existence. Короче, у них какие-то философские очень темы. Что они какие-то зен-монахи. Так, говорит, где друзья наши? У них пропал чувак один. Их всего пятеро на этой планете. Так вот, прилетел четвертый. Сейчас скажут, что пятый пропал. Я, говорит, искал пятого. Ага. Я обнаружил, что... шейпшифтеры здесь инфильтрировали Нью-ЛА. Дельфины эти. Это вот эти бабы с задницами. Про дельфинов я знаю. Ну ладно, давай спрошу. Covered force working under gangline. Он объясняет, если бы я в другой последовательности сделал квест, то я бы не знал про шейпшифтеров. То есть, в принципе, логично. You do accept the formula request. Lend us your strength. Так, все, надо искать чувака. From around Blade Tower. То есть ходить вокруг Blade Tower и просто спрашивать чуваков. Я найду вашего парня. Так. Ладно, у меня здесь вообще же другое задание. Вы здесь столпились. А мне вообще сюда вот. Где? Я теперь не вижу, куда мне квест. Мне, наверное... Fascinating. Наверное, здесь надо какому-то чуваку. Блин, ладно. Где story quest? Матчмейкер. Снизу. А, вот зелененький чувачок. Там, кстати, еще один зелененький. То есть я какой-то квест уже там сделал. Мейлманон. Деливер. А, здесь был квест с 5700 юнитов Миранима отдать. У меня нет столько, наверное. Да, мне еще не пришло. Так, а тот парень сверху где-то, значит. О, информация. Сегмент с сильваниями.
Я в Сильваном еще не был ни разу. Это заснеженный материк. Так, а как мне куда? На люстре он тут парень стоял. А, во, здесь просто. Там мужик на люстре танцует. How's it look? Это про браслет. Бабки. 10 пиц. Ничего себе. Они очень помешаны на пицце. Там по городу, если с ними ходить говорить, они все прям просто сидят и мечтают о пицце. Так, мне надо заказать пиццу теперь. Пойдем спрыгнем с корабля, я давно про это думал. Сейчас я залезу в робота и спрыгну с корабля. Выходим на улицу. Бам. Корабль чужих. Здоровенный. Там прикольно очень катсцена была, когда он прилетал. Мне понравилось. Это все работает. Бам. Residential District. Классно. Мир прям как в GTA, бесшовный совсем. То есть, то, что ты видишь, туда можно залезть по-любому. И потом, когда ты научишься летать, ты вообще везде залезешь. Так, где здесь пиццу заказывать? Просто заказывай пиццу, братан. 10 тысяч кредитов за 10 пицц. Вы что, офигели? Ну ладно. Шалот, это не та баба, которая репликант. Не, вроде так. И теперь обратно надо к нему. Но обратно я уже не смогу залететь. Сквозь машины, да. А ты, у вас город не ездит сквозь машины, что ли? Не знаю, у нас сырое. Короче, вопрос есть ваш. Тяжелый мех стоит 500 тысяч, а не 50. А, ну да. 500 пиц. Ну, сам подумай, 500 пиц это все-таки, блин. Это опять про фэмили. Он как Бэтмен, которому сказать слово родители, он все перепадки бьет. Хофли. Такой, да. Man, Dorothy's gonna love this. It's gorgeous. Thank you all so much. I'm going to go ask her out right now. I'm glad that worked out. I really hope she says yes after all this. Should we go see? You know it. Пойдем глянем. Сейчас к чувихе пойдем. New. Heart to heart, Элма. Кстати, heart to heart это, наверное, как раз про любовь и романтические отношения. Что у нас с Элмой может быть некая связь установлена из-за того, что она сильно меня любит. Ну, я надеюсь, здесь без дерьма какой-то Dragon Age кнов.
Про яростно отдаться быку и вот это все. Я сам-то, конечно, не играл, но пацаны мне рассказывали. Все, он, короче, прям пошел. Все. Everything according to plan. Even a broken clock. Never really saw the point in mem relationships. But hey. А он такой, мы же киберги, блин, чего? Вы что-то тупой, что ли? What do you mean? Nothing. Just talking to myself. А у него про семью сейчас начнется дерьмо. Прошел матчмейкера. Мне еще дадут скиллы его, наконец-то. Вот это Afterburn или как там, Aftershock, я не помню. Afterburner. Найс. Бам. И любовь всех женщин. Ну-ка, пойдем с увнем этот скилл. Васян. Так, вопрос, куда совать? Наверное, вот сюда, вот вместо сайдвиндера. Он маны не требует, если... Если требует. Он требует маны, блин, дерьмо. Boost damage and ranged combos. Да не так много у него урона, на самом деле, этого скилла. Хотя 100% more damage, это значит, что... Вопрос, 100% это... More или, блин, increased damage? То есть, короче, будет ли мультипликация всего урона просто два раза? Или же просто 500 плюс 100? Такой мой вопрос. А с другой стороны, я сайдвиндер, я редко юзаю. Вот это вот дерьмо. Оно дебаф резиста понижает. Вот у него 700% урона, например. Ranged combo. Давай я сувну. И то есть на всю ману можно будет всадить просто. И потом протестируем. А если дерьмо, то я выну. Оно притом ауешное вроде бы. Где настоящие человеческие тела лежат? В кусках лайфхолда, которые разбросаны по всей планете, и нам их надо искать. Это, собственно, весь сюжет, что нам надо найти вот эту вот части корабля. Ну, сначала ты когда приходил в этот город, тебе говорят, ну, у нас там, короче, части корабля отвалились, блин, братан, сходи поищи. А потом выясняется вот эта вот тема про все вот это вот. И что настоящие все валяются там в криосне, в какой-то определенной вот этой капсуле, которую отбросили. Так, здесь Кристи, наверное. На Эмиральнем так не пришло? Не пришло. Так. Что дальше? Дальше историю пойдем делать, наконец. Пойдем делать восьмой чаптер. А, и там, кстати, потом вроде будет квест из-за того, что все роботы можно будет менять свою внешность прям целиком. Вплоть до пола, по-моему, даже. И, кстати, мне можно его сделать. Я уверен, что я могу его сделать. Сейчас я пойду посмотрю. Надо собрать красненькую секретную штуку. Там прям заскрипело. А где робот? Подождите-ка. А, вон они. Попрыгали. В плане мобильности мне мелкий робот больше нравился. Это совсем медленный. Хотя, наверное, просто он массивный, кажется, что сильно медленней. Что когда он едет, понятно, в спринтах по-разному ведут себя. Короче, вот где-то вот здесь надо прыгнуть вниз. И где-то здесь, на ящиках в ангаре, надо найти смартфон какой-то. Блин, короче, сейчас я буду здесь исследовать. У меня задача найти фигню. Блин, у меня квест на это есть, мне надо missions. Вот это вот. Ага, то есть на весь ангар. То есть здесь где-то между ящиками, наверное, где-то здесь валяется дерьмоинг. Но учитывая, что она обычно центром в круге, но, скорее всего, это там.
роботы всякие стоят. А Шарик знает? Он, наверное, отведет просто туда, где фигня. О, нашел чувачков, который дает мне инфу. Heart-to-heart информация. Про ladies. Нету. Где дерьмо? Не вижу. Шарик сам не знает, а мне на центр просто желтая кружка показывать будет. Я уверен. О, может, вот здесь? Здесь какие-то чуваки. Ну там сверху. Может, там. Я с ней лазил так. Даже не знаю, что здесь где. Так. Чувих не видел здесь смартфон? Или что там, кейкард? Здесь О, нашел. Все, нашел. Так, доставить чуваку во время Afternoon'а. Commercial District. Так, ну пойдем, Commercial. Сейчас отдам. Так, ну-ка давай вот так. Мне интересно, как они подойдут вообще к тому, что можно там вплоть до пола менять все. Будет ли это объясняться как-то, или просто такие, типа, ну вот ты киборг, поэтому вот, вот так вот мы делаем. Так, Afternoon надо. Здесь должна быть скамейка, чтобы менять время. Так, Afternoon это 12 часов. Ага, вон он. Эй. Забирай. Так, перейду, говорит, тебе наград позже. Он мне в прошлый раз так говорил. А он забыл вообще. Встречались в Outfitter-ангаре. Да-да, было. Встреть меня ночью, говорит, на самом нижнем уровне под административными ангарами. Я, говорит, тебе все заплачу. За все. Until then. То есть ночью на самом нижнем уровне под ангарами. А как, под ангарами, это прям где вода? Ночью, давай на ночь мотну. Допустим, вот 23. By the way. Так, и чего в ангар? Так, а чё, блин, карт? Yeah.
А у меня сейчас, если действительно того, чик по горло и в колодец. Он действительно там под этим? А знаете, как туда попасть? Я знаю. Надо просто за борт шлепнуться. Чек дэр. То есть, короче, он там где-то. Да вон там. Бабах. Что-то я, похоже, облажался чуть-чуть. И не с той стороны упал. А, нет, здесь платформа. А, вот он здесь тусуется. Ничего себе у них, смотрите, здесь секретный склад. Склад дерьма. И лифт, поди, свой секретный. Не, лифта здесь быть не может, я бы увидела. Контрабандисты? Блин. И у меня сейчас здесь как бахнет. А у нее, смотрите, у нее... И он какой модный. I've been waiting for you. First time meeting, correct? Это третий раз, это тоже чувак. Я все понял. Он мимя саммирует. Так, я поменял свою внешность, говорит. И этот ключ, который ты мне нашел, это он активирует лайфпод, который я так долго чинил. Так. The humans are basically just souls housed in Mimia's homes, which are little more than temporary vessels. Freedom to change vessels at will. Так. Там, говорит, в Mimia's home центре очень много такой фигни, вот этих вот лайфподов, но они не отдают их. А я, говорит, захватил его секретный. Rebuild Bodies. Так, мое сознание было перенесено в абсолютно новое тело, говорит. Criminal misuse. Я concerned citizen. Моими ценами, говорит. Я и супер бизнесмен. Миллион кредитов. За миллион кредитов менять внешность? Ах, вот в чем прикол. А, you free to use for free whenever you want. Так, wonderful. V-square. Говорит, никому не рассказывай про это. Так, а также только по ночам, говорит, юзу, когда я рядом, а то иначе я расстроюсь. Не активируется, говорит, без моего ключа. Окей. Deal. Так. Step right up. То есть теперь можно прям вообще перешинковать чувака Васяна нового сделать. Пластик свержен, Васян. То есть такой подходишь? Если not affect your current stats and mobilities. Gender selection, body customization. То есть можно действительно стать школьницей неожиданно. Был Васян, стал школьницей. Это вообще нормально? Вот так вот прям. Я, наверное, без этого обойдусь. Там, кстати, был очень большой бунт. Буквально за месяц до релиза игры выяснилось, что версии для Северной Америки, то есть в локализованной версии, убрали слайдер. Короче, вот здесь вот size. Ты можешь менять размер тела, но для баб там был слайдер еще размер сисек. И вот, короче, его брали, и там был тред на Reddit, и народ прям бунтовал, мол, как вы так? Можно Васяна сделать мелким? Можно не делать мелким.
Васян негром сделать. Реклас. Жирным. Шрамы. И был разговор, было интервью с Иватой, который умер недавно, по поводу этой игры. Он выпускал серию, ну, текстовое интервью, где он беседует с разработчиками игр своих и говорит им, как правильно делать. И вот про эту игру они говорили, что сначала они хотели, чтобы персонаж разговаривал сам своим голосом, а потом он пришел и говорит, давайте вы сделаете лучше систему кастомизации персонажа, вот эту вот выбиралку лиц, причесок и так далее. Боже. Вот, но из-за того, что у нас будет такая система кастомизации, нам, одного голоса явно не хватит, а... И из-за этого они сделали в итоге, что у них молчаливый протагонист. Многим это очень сильно не нравится, что ты действительно во всех катсценах стоишь, когда он просто ничего не делаешь. Висюлька. Японцы. Просто опция убрать висюльку или добавить висюльку. Поэтому у нее есть вот этот войс для соул-войсов. Блин, я поставил героя. Вот это вот. Вот у меня руки войс бы. Вот этот. Но он работает, буквально несколько строчек написали. Рок-н-ролл. Greetings. Let's do this thing. I've been staggered. Sorry, but it was you or us. Right, let's do this. Hey. Great. Here I come, sunshine. I'm off balance. Unbalanced. Here I come, sunshine. Смешные голоса. Ладно, пойдем отсюда. Я ничего не менял. Васян нельзя менять, Васян идеальный human being. Так, ладно, пойдем делать стори-миссию. Доделаем стори-миссию и на этом закончим, собственно. А то я уже расселся здесь 3 часа. Блин, Миранием прилетел. Гадаем, пойдем Миранием отдадим Кристи. И мне прям светится уже, что пора относить. Нет, это не то светится. Это хард-хард светится. Где-то здесь сидит баба. Если ты женщине станешь, Элма тебя разлюбит. Я думаю, здесь хард-хард все-таки не про переспать с бабой, а про то, что она рассказывает про свое прошлое. Я еще ни один хард-хард не делал. Вообще можно сделать. Давай я покажу первый хард-хард с Элмой. Как-то. Ее с пати надо кикнуть. Пати. Какой Grand Gear? У меня уже по рефлексу туда заходит. А все потому, что меню странное. То есть, короче, кикаем Элму. И сейчас я найду на карте, где первый ивент у нее. По-моему, в индустриальном районе. Индастриал. Ирина. Вот, Элма. Afternoon. То есть, надо переночевать. Сейчас, подождите, я Крисе тогда сначала отнесу фигню. Где-то здесь он тусовался. Сделаем afternoon. Сделаем morning, там натикает, пока я бегаю. Так, а где Миранин? Вон она. Так, вот, забирай. И сейчас я цепочку из 3 квестов доделаю. 2500 уранима. Так, и сейчас мне новые очки дадут. У меня gift for teaching. Так, good work. Бам.
Далее очки 14 тысяч и бустер пробы, который очень редкий. Так. Она принимала роль в создании карты. There's Manona out there, of course, offering credits for Miranium. Да, у меня есть квест на нее. Take a look. Наводит меня на другой квест. Вот это прикольно, что абсолютно два разных квеста. Интересно, там повторябельный квест? Так, у нас Morning Afternoon, пойдем вот сюда вот. Через 10 минут. А точнее секунд. Бам, все, Afternoon. Летим сюда вот. Есть где-то надо его найти. Люси вижу. Тома не вижу. Кто-нибудь видит Тома? Есть толпа дураков. Есть пилот. Там какой-то чувачок. Сверху там может. На лифте подняться. Я уверен, что он сверху. И сейчас она будет слезливую историю рассказывать про свое прошлое, что у нее был сквад, и она со своим сквадом топила там, короче. До конца. Ой, здесь, кстати, люди прям. Дверь какая-то. Где лифт-то? А, вот он. Поехали наверх. Я считаю, уже не так, блин, а где Элма? Короче, не здесь выходит. Сегмент апдейтед. А, мне сплетнику вот этот парень рассказал, я им на голову упал. А, вот Элма. Так. Мультиплексирую Energy Drive, разговаривает. Это она, чувакам совет. Oh, hello there, Васян. Sorry about that. Я, говорит, тебя не заметил даже. И теперь вот здесь, наверное, можно вот эти вот убирать. Типа, восхититься ее многими талантами. Или сказать, что она работает слишком много. И вот какой вот выбор. Слишком много работаешь. It's very kind of you, Васян. Я, говорю, так и релаксирую. Так. Ну, я согласен, короче. Бам. Все, сразу очень много любви. Ну вот, я думаю, здесь катсцены прям вот какие-то. А, во. Complete heart-to-heart, the take. Elm minor. Блин, ну ладно, значит просто так. То есть буквально пару слов и все. Пойдем делать. Мне надо вернуть ее в партию. Блин, а как я... А, она в барак. В бараке. Ну, то есть, в принципе, как я и говорил, то есть ты просто чуть побольше узнал, что она после работы любит, бывает, иногда захаживать и чувакам схематики какие-то рисовать. Need help with anything?
Это по сравнению с тем, что в Dragon Age, вспомните, как было. Ты подходишь узнать, в чем дело, а потом окажешь, что ты гей. И вот это все. Не туда нажал случайно, бам, и все, и пиши пропало. Так, ладно, давай, story quest. Три мембера, это значит, что мне надо кикать опять этой парни. Так, все, я готов. Два дня не мог эту миссию взять. С Gathering Storm. Потому что очень много квестов было. О, сейчас готовить будем. Так, ну у нас два выбора осталось. Чикен сатэ или фуагра? Чикен сатэ, фуагра, мне кажется, это экстремальный вариант. Ахтунг, алярм. Attention all citizens. Ничего себе, атака на город может? Боже, прекратите, выключите. Где Ван Дам? В чем дело? А Чикен Сатэ мы будем? Офигеть. Чикен Сатэ не посмотрели. За окном снег сыпет вообще прям валом. Так. Сейчас покажут какой-нибудь супер эпик. Очередной. Так. Все очень плохо. Ситуация. We got a situation here. Ирина с Гвином. Снайпер. Все готовятся к бою. Неужели чужие прилетели? Даже Дриней сраный. Дак. По прозвищу глава. И Ван Дам сидит, курит. God damn it, вы что, блин, разбудили меня. Водки 20% осталось. Типа из-за этого у них ахтунг? Что, типа, идите быстрее ищите дерьмо? Да это, в принципе, и так понятно было. Так, собрание. Общее собрание. Citizens of NLA. Так. This is Secretary Nagi. Секретарь. Those of you that have served under me, here or on the White Whale, know I'm not one to mince words. So, I'll get right to the point. Так. We are at war. Война. Even now, the hostile alien force known as the Ganglion. Ганглионы нападают на Страус. Новый робот Кит. Skell-class ground-based units. And we have reports of unidentified flying weaponry as well. Летающее оружие у них. Director General Shosan is attempting to open a dialogue. But our enemy has shown no signs of being open to negotiation. In light of all Никакой this, негациации. It is my duty to prepare us all for the worst. And this is why I've called an emergency assembly of all Blade divisions. To be clear, none of this changes our mission with regards to recovering the life hold. But in the short term, it is absolutely crucial that we protect our city. Защищать город будем сейчас. Not just for our fellow humans, but for the Mana and our other Xenoform allies as well. New Los Angeles is home to us all, including our brothers and sisters yet to be awakened. In that spirit, the Manon have agreed to use their ship to ferry all non-combatants out of the combat zone. Ничего себе, на корабле. На корабле будут возить. A very good example. Эвакуировать, точнее. Of how we all, human and xenoform alike, must sacrifice and contribute to our common cause. For those of us who will fight, I promise you that once we prevail, any mimeosome damaged or destroyed will be fully restored. Так. Troops,
A trying battle awaits us, but we must repel the coming invasion, no matter what the cost. Как вдохновенная речь. We're counting on you. Человечество в опасности. Так. Сейчас заставят куда-то бежать. Брифинг пошел. You all heard what Nagi said. Ganglion forces are closing in on the city. Да, действительно. I'd love it if Shosan could negotiate our way out of this, but we all know better. They've made their feelings about humans pretty clear. Our team has been assigned the most crucial defensive position. The administrative district gate. Защищать вход в административный район. If we lose Blade HQ, that's Восточный ворот. Lost the war. We have to expect the Ganglion know this, and we'll hit it hard. Yeah. No pressure there. Еще кажется, там 20 левел ложки. Do we know where everyone else is stationed? Irina's by the entrance to the industrial district. Так. Doug's on standby until we make visual contact with the enemy. And Lau's guarding the hangar. Понял. Tatsu will manage supply lines. Use Nopon connections to keep key materials stocked. Thanks, Tatsu. When this is all over, I'll bake you into a delicious meal. Tatsu heard you say into, Linley. And you, Rook, you ready? Я Васян, я всегда готов. Я развалюсь всех вообще изи. Great. Just don't get so cocky you bite off more than you can chew. Yeah. Remember, we're a team. We need to work together. Let's move out. Moving out. 45 тысяч дадут и майнинг проб G8. Leaves the Blade Barracks. Это простой квест. Смогу ли я покинуть бараки? Так, сюда вот. Угу. Так. Пока что вроде нормально идет. О, а здесь у меня чуваки. Ты чё? Ты откуда здесь? Тебя войной сюда? О, здесь ничего себе, у них прикол какие-то. Вы что здесь делаете-то? А, у меня здесь терминал теперь. Типа город под осадой, и поэтому все магазины здесь у меня. Вот это да. Ну-ка, давай, может, посмотрим. Может, мне снайперку поменять пора. Сколько у меня денег? У меня 600 тысяч. На 30-й левел снайперки. Стремные все. Вот это получше на 2. Как так-то вообще? Физику. А, не разного элемента теперь. Вот в чем прикол. Так и знал, что рано или поздно начнется это. То есть вот это вот физику на 2. А это меньше на 28. Gain TP. Парень range up. У них дерьмовые апгрейды очень сильно. Следующий на 40-м будет. Так, ладно, копье. Ой-кой. Смотрите, прям клешня крабовый. А. И все очень тоже дерьмовые. О, плюс 28, вот это хорош. Можно взять. Мили-атак 4. У меня мили-атак 6, но у меня сильно хуже копье. Давай я возьму. То есть я в ранже эту урон не так много наношу. Или наоборот, у меня была слишком overpower снайперка. А можно купить снайперку другого элемента, наверное, все-таки. Они странно выглядят. Эдер, бим. О, такую вот, может, раскладную? Типа, ну подумаешь. Минус 28. Плюс 2. Минус 12, плюс 2, это как так вообще? А, ее можно будет апгрейднуть. У меня фулл апгрейды. То есть вот эту, если апгрейдну, она будет лучше. Если у меня есть хвосты свинячие. Помните, фармили их?
Здесь я уверен, что тоже гир различного рода доступен теперь. 25 уровня. То есть следующий будет на 35. Вот, наверное, тогда я куплю, если надо будет. И мне кажется, можно будет покупать уже Васяну Light Armor, чтобы когда я вылазю из меха, я просто бомбил. Насовать туда сокетов и в сокеты дерьма. Так, давай Бабе перекупим. У нас осада города, это все-таки, блин, серьезное занятие. У вас, если город хоть раз осаждали, вы понимаете, о чем я. Так, вот такие долганы здесь тоже. Да. Ноль из трех апгрейдов, а у меня в моем 3 из 3. То есть это сильно лучше. Плюс 3. Ну, здесь, наверное, такая же ситуация, да, глянем. Я апгрейдил ей сабли-то, не помню. Не, не апгрейдил. У нее 5 сокетов на апгрейд. Наверное, ее сабли получше. Но я не думаю, что я когда-нибудь ей буду апгрейдить. Там еще есть слот есть. Так. Новый щит. Ничего себе. О, напонский, гайс. Смотрите, какая фигня. Плюс 13. А, у них разные атрибуты. Термал. Вот у этого термал. И он прям хорош, кстати. А это еще лучше. Это самый лучший. То есть вот этот круглый щит, он самый крутой. Она будет очень сильно бить. 351, офигеть. Атрибут электрик. Плюс электричеством еще будет бить, вообще. И гэтлинг. Ничего себе, вот этот гэтлинг. Ой, цветочек. Ну это этих. Я, блин, инопланетным чувакам насовал денег на вот эти вот пушки. Они мне таких пушек насовали. Вот это, блин, вообще смотрите, какие штуки. Всякие разные. О, нашел апгрейд. Плюс 7. Так, ну ладно, и себе снайперку хотя бы апгрейднуть, и уже хорошо. Так, залить может этим. Сколько у меня, 19 тысяч? У меня, правда, квест, но я думаю, что пока у нас город под осадой, квест мы не будем делать. Вот этим ребятам, мне кажется, заливать надо. А, они гравитронные пушки потом предоставят. Перейдем сюда, Equipped Gear, Васян, снайперка, во, у меня всего лишь 3 хвоста, ага, дэмит. И каждый апгрейд это плюс 6, бам, и все, то есть надо опять свиней убивать дальше. Ладно, пойдем, пофиг. Так, а здесь чувак, это он что говорит? Demon City is really deep do. Deep do. Ага, он здесь, значит, тоже барыжить пытается. А, это они им взаймы дали терминал, это? Так что давай, говорит, покупай меня. Здесь больше никого не спряталось? Это, блин, развелось. Меценатов. У меня есть комнаты, должны были улучшить. Да, у меня теперь здесь 5 проекторов. Но это мы потом займемся, пойдем миссию делать. Так, ну я выхожу такой, значит. Так, Defend NLA Frontlines. Это моя задача. Интересно, роботов-то дадут? Они должны снаружи там стоять. Я так знал, что рано или поздно враги нападут. Прям на город. Это хорошо, это хороший сюжетный ход. А, дождик. Джек Вэндом. Так. Он титулов набрал. Бригадир-генерал.
Я, мне нормально, пусть он будет. Бригадир, хоть бригадир, хоть нет, он все равно жирный усач. Что-то она его заунил. Так. Attention, Ganglia. Your army has unlawfully crossed New LA's defense perimeter. Так. You have 10 seconds to hold your advantage and agree to negotiate. If you do not comply, we will have no choice but to interpret your actions as a declaration of war and launch our counterattack. 10, 9. Нормально, он времени на размышления дал. Там прям таргет нацелились. Пошла катка. А у нас что произойдет? У нас приключение сейчас должно быть. Они стреляют там. Нам ворота охранять главное. Они забаррикадировали. И сразу пошло. Сейчас, подождись. У меня здесь есть один могильничек. 28-й повелов они. Ну-ка, дай-ка я бабам. Гранат ловить. Бам, еще одну. И с размаху. Let's go. Баба на 14 тысяч. Там какой-то мелкий парень. Давай он всех больших. Страусы. Блин, там много народ. О, я их повалил прям. Ловить еще одну. Аньки глупые. Вот это вот дерьмо прям вообще. Так, шилд. Пока там Лин Таунс, давай к сабле. Бам, и добиваем. Со снайперки. Баба. Развалили. Следующая волна. Мы охраняем человечество. Ой. Я пока... Рыковал, они уже полетели. Так, Айлма-то она в это сидит. О, пошло, пошло. Let's go. На время, ничего себе, есть лимит времени. Прикольно, это тайм-атак прям. Let's go, бабах. Fire away and topple it. Бам, снайпер как-то рубай. Видишь? И гранат стоит. Ой, он наконец сообразил, что она может сесть в мех. Так. 2 минуты, это ж не шутка. Это, наверное, на вот этих ребят только 2 минуты, а потом следующий таймер будет. Найс ворк. А там кивон чумодейки. Ну, к ним нельзя пройти, скорее всего. Да, они есть. Для антуража. А, нам дальше надо спасать на случай, если, типа, здесь еще кто-то остался. Если нас... Типа, еще 2 минуты мне просто так гасировку сходить. А, вот, прилетело. То есть, лимит это не для меня времени, а для них. Бам. Блин, не прожал. Ногу. Бам, отрубил ему. Б. Развалили. Там еще один. Прикольно. Мне нравится мех на мех воевать. Take this. Бабах. И там баба моя сабля. Я ж Б не нажал.
подрубок. Подрубка пошла, давай. Блин, а нажимать только нечего. О, найс. Все КД сбросились. Бабах. Там, судя по всему, еще кто-то пришел. Да, вон там чуваки. А, так вот они, где все прятались. А, ну иди сюда. Бам. И снайперка. Че ты изи вообще, прям город защищаю. Все есть? 19 секунд вроде. Надеюсь, все обойдется. Сейчас босс вылезет. Инфа 100%. О, вылез. А, у него 3 секунды. Он сейчас исчезнет, смотрите. Все. Задефал. Странно, они спавны это сделали. Так. Да, что-то очень мало их пришло. Они, наверное, нападают на позиции Рины и там Дага. Так, сейчас что-нибудь полезет. Че здесь? О, здоровяки улезли. Блин, реально здоровый. Бам, я ему куда-то между ног шлеп. Он что-то урон, правда, не хочет. Бабах. Нормально там урон плетает. Бабах. А, подстанил меня. Это вот этот большой черный робот, он прилетал тогда на квест. Я думал, что он в два раза больше меня, но... Ну да, кстати, в два раза больше меня. Ну, этих уровень низкий, я перекачался очень сильно, я все квесты сделал же. Ничего себе, у нас миниган. Бам, за спину просто миниган, такая 13-летняя девушка. Че, всех убили? Все, спасли город. Наверное, сейчас еще одни придут. Сейчас должен босс прийти. Ugly aliens got one look at Hiro Pan Tatsu and surrendered. Something tells me no. Опа, сейчас что-то будет. О, летит супербосс. Сверху. Это была подстава. Возвращаемся в город. Сейчас в территории города будем меситься. Ого, там прилетел байда. Рипер. Играли в такую игру про риперов? У него он там красные письки болтается. Ничего себе, смотри, какая штука. И он сейчас прямо это... Это кран-хватальщик, это как в игровых автоматах. Он сейчас будет доставать плюшевые игрушки. Let's go. И все, мы побежали навстречу судьбе. Чувствуете себя? Прогресс 2 из 3. Тем временем. Тра-та-та-та-та. Это кто едет? Это наши чуваки, короче, неважно. Просто наши. Бам. Сила человечества. Get fucked, роботы. Небольшого парня. Бах. Вот это размесили. А, это Ирина. Ничего себе, слышь? Ты же хиллер у меня, ты что такие дела твои делаешь? Ничего себе. Все ракеты. Бам, Гвин. Воу-воу, полегче. Ничего себе, отразили все ракеты. Жжж, кто-то полетел, это Дак, наверное. Блин, аниме вообще прям тотально. Маркус! Остановись, Маркус, ты же весь в дерьме сейчас будешь. Ничего себе, он там шмаляет. Бах! Припекло все. Бам! Все, Маркус, короче, огребает. Он спас город ценой своей жизни, он герой.
fucking lost. Ничего себе. Да, действительно, он же все равно робот, вы нового робота там заметите. Обещал этот, блин, японец обещал. Прикольно. Это храняет. Это самое сокровище наше. Ганглайн вот эту фигню ищет. Пойдем, говорит, поможем. Ну, нельзя же оставлять. Они сейчас воруют дерьмо. Это будет последний босс, вот это супер дерьмо. Боже мой, он все заруинил. Он, короче, убежал, не стал охранять. Сейчас это дерьмо сворует, я прям уверен. Нет, снайпер, он с самого начала мне не нравился. Он в ритузах, во-первых, во-вторых. Вообще. Ничего себе бомбило. По городу летает он, смотрите. О, ничего себе. Пи-пи-пи-пи. Классно. Прям как мультик сидишь, смотришь. Бам-бам. И тут приезжает, короче, этот Лао. Ну-ка, здесь еще кого. Так, а это какой-то... Ничего себе. А это что еще такое? Ничего себе, большой Дарган. Это тоже, наверное, с голой жопой у них все супергил. У них желтые ногти и желтые губы. Это босс. Ничего себе, он сейчас как ворвется. Супергигант, смотри, какой. Она кастует, она... Воу! Полетела, бабах! Она сейчас лава бахнет. Я уверен. Он там импендривается. А и супер кабан прилетел. А, ну ладно, он не такой здоровый. Я думал, размером с город вообще. Какая-то супер чумичка. Блин, ее теперь бомбить тоже надо, наверное. Так. Мип-мип-мип. Телефон. О, два лайка на Фейсбуке. Найс. Так, стратегический withdrawal. Take them head on. Пойдем бомбить, я могу. Бомбанировать. Roger that. То есть, если я не очень хочу воевать, была бы опция не воевать. О, ничего себе, у меня экран. У нас ситуация. Там приземлилось дерьмо. Там баба лысая приземлилась. Аффирматив. Блин, короче, все свалили от ангара, и ангар никто не охраняет. Так, ну пойдем куда есть. Ты чё, братан? Захватил наш город, думаешь? Дерьмо собачье. Бам, я тебя сам захвачу. Он резистентен? Я тебя... Бах! Чё-то слабенько. Ну ладно, эти уже 30-е хотя бы. Но опять же, на роботе всяко попроще. Бам! Мы там ещё одного сагли. Вот этого. Даем сабли по колено. Бабам. Я много сломал. И теперь со снайперки. Бабах. Как-то у нее там очень защищенная пендышет. Главное, вниз не шваркнуться. Там еще Траус. Вот это уже прикольно, что враги вроде нормальные такие. Такой уж бацаешь. В самом начале игры игра была про то, что если я встречаю кого-то из таких врагов, или даже двоих врагов сразу, неважно, любых хоть кабанов, я просто сдох сразу. А сейчас я урон стал получать сильно меньше, потому что, во-первых, Линк танковать я научил, я ей пассивки вкачал правильно. И она там таунтит нормально. Ну и мы в роботах теперь. We got it. Это наш? Мне кажется, их не обязательно всех здесь убивать, на самом деле. Ну а чё они на мой город напали? Бам.
Гранат классно, вот это дерьмо кал прям. Сотеньки. Nice work. Ладно, я все расчищу, мне пофиг. Я аутист. Target инсайд. Что, надо робота, наверное, бить? Ладно, уже робота затаргетим. Гард. Прилетел Элма. Так. Close game. Трансформер прикольный, у них очень много ног, которые можно отрубать. Ех, отрубая. Другое дело, что лутецки не падает. Что вот я начал файт, и я им сразу ногу оторвал. Я таунч. Но при этом у меня хп практически не добавляется. Бам. Где там кабан этот? А ну показывается мне. О, летающий. А ну иди сюда. Гранат все в лоб. Я, все. А, здесь уже квест начинается. Так. А ничего себе, он просто держит робота и выкидывает. Это что за вообще мутаген? Кто в роботе? Там Лао, наверное? Вылазь, братан. Сейчас рванет. Так, и мы такие, бежим наискосок. Здесь супер минотавр. О май гад, что за фигня. Ха. Ища бабы. Ладно, хоть задница не голая. Но продемонстрировала она, конечно, и продолжает. Так. Не бойся, говорит. Тасс уже не боится. Запаниковать, схватить ее за руку и бежать. Не, я, короче, храбрый Васян. Здесь в таких моментах нельзя рофлить. Все, давай. Ничего себе. О, Avengers. Ничего себе, с пирсингом. Бррр. Сейчас мы этого чувака будем месить. Ой, он мелкий-то какой, в сравнении со мной. Давай чувик сначала. А ну иди сюда, сабли по башке не хотите? Шмяк. Блин, а что-то... Ладно, овердрайв. Вылазь, скупит. Бабах. Так. Резистентно. Она кастует с ПЛА, ее нельзя позволять, чтобы она жила. Лови там. И с плеча смотреть прям. Бам! Get fucked! Ууу! Фригазм. Так, а этом сейчас руки-ноги будем отстреливать. Так. Overdrive extended. Бафчик. Он там дерется. А, он с Элмой дерется? Он Элмой бьет. Я смотрю, у них КП бывает. Бам! Ладно, нажимаем все подряд. Где там у него пендажи? Я руку хочу отстрелить. А ну иди сюда. А, там конец уже. Они как-то в углу зажались. Он там, кстати, чуть кастует прям. Бам. Как мы нафигачили. А ну давай. Поехали. Раз, два. Let's go. Ладно, он так сдох. 1000 XP дали. Анимация смерти. А, они не сдохли, у нас будет потом камбэк с ними.
two are the only ones left. And? You expect me to kiss your hand and beg for my life? I'd rather laugh my way to the grave! Какая-то поехавшаяся баба. Опустить оружие или... Чего? Типа спасти ее или не спасать? Какой-то странный выбор, я не понимаю. Ну ладно, давай я посмотрю, что будет дальше. Right, that's the idea. We don't have to continue like this. What are you waiting for? Я не буду убивать, пусть она страдает, она лысый все равно, и ее в школе, наверное, плюют в нее. You're more useful alive. What? Go back to your people, your masters. Посланник. Tell them we want no further conflict. Ничего себе, ноги. Tell them the humans are willing to negotiate. Будем негашировать. That we can find common ground and coexist here peacefully. Не дипломатический approach. Ахаха, ахаха. Don't tell me you honestly think you've won here, do you? Они че? Они, блин, я же говорил, что, блин, дерьмо Лао барак не охранял или ангар. Это была дистракция. Сейчас все водку своруют. Мими. Они своровали дерьмо наш. Ну все, они огребают. У нас проблема. Они просто взяли и стырили черное дерьмо, которое, блин, мы тащили тоже. Мы спасали там этого и вообще. Ну ладно, там... Какой-то черный. А, это этот Махнач. Это он диверсию устроил. А лысый баба у нее на побегушках, наверное. И он просто смотрит такой вдали. Типа, нормальный мы. Не, ну это не дело, конечно, так. Так. Сейчас мы пойдем разбираться, где там это... Да, вот. Подожди, кто это? А, это Махнач. Это вот как было все это. Выходит Лао, значит. Он здесь хоронял. А, он супер-фури. А, не смотри, какие крутые. Бам. Только руки полетели от робота. Он супер-яказон. Фух-фух-фух. Ничего себе. Офигеть. Бам. Нормально, он всех на куски просто пробил. И баба у нее такая же, пушастая. Она блюет огнем. Фурикури. Бам. Так. Бегут дополнительные роботы. И их сразу просто всалась на... Ой, а что такое? Какой-то робот-тарелка. Ничего себе, колено отстрелило. С ноги пробил просто. Бам. Смотри, какие у них роботы. О, они прям действительно яказуны с шапками. И он рукой прям лайтсейбер вырубает. Настолько он крутой. Так, ну-ка давайте. Вот это они нафигачили. Так. И никто не охраняет. Да конечно, блин, вот это молодцы. Лао сраный заруинил. Я же говорил, заруинит. Есть прям то, что надо, они нашли. Фиолетовое дерьмо вот это будут потом утилизировать, наверное, как-нибудь. Это последний босс, я уверен. Все, это он вспомнил сейчас. Это он летит на самолете, такой стоит и вспоминает. Рефлексирует. Он самурай, прям видно. С раскраской, всем дерьмом. Но он не предан до конца ганглианам. Я уверен, что он в конце будет наш союзник. Или даже его в пати можно будет брать что-нибудь такое. Сомневаюсь, правда. Also, they can lay claim to a single scalp. Was this truly necessary? I have become party to madness. У него прям типично самурайские вот эти вот кодекс чести. Баба у него вообще не говорит. Вообще идеальная женщина.
А, ну хотя охранники-то были, он же вот убивал все-таки чуваков. Но они больше ангар охраняли. А внутри ангара сидел Лао. А он взял, свалил. Ему по телефону позвонили, сказали, что иди, он типа это. Emergency. Город в дерьме. Ахаха. Вита? PS Vita. You sure about that? Your people managed to swipe that alien mech out from under us. I'll give you that. But our mission was to repel the invasion and defend New LA at all costs. Nothing more, nothing less. In that, we succeeded. For now, maybe. But you were sent here to take the city. And as far as I can tell, it's still standing. Ха, ты, говорит, Луси зафейлила, и вообще-то ты здесь лузер. Блин, слушай, негритовско, привет, вообще. Нельзя такого нить. Мне глаза аж кровавые стали. Бомбит ей. Вы заметили, что у нее на сиськах прям рычаги какие-то торчат? Это, видимо, чтобы за сосочки дергать, не отходя от кассы. Прикольный носорог. Ну все. Элма всех прогнала. Так, с этим ребятам все нормально. У них Маркус там, правда, того. Сейчас они будут про Маркуса, там похороны им устроят, что он герой. А он же робот, им просто нового робота дадут. We made it back, but Marcus wasn't so lucky. Слышу, ему робота заметил, что-то тупить. He took an enemy missile barrage. What? He's gone? Listen, Lieutenant. We're going to find that lifehold core. And when we do, Marcus will be the first one back in a brand new state-of-the-art MIM. I promise. Hip and fashionable model. Yes. Just like Gwyn, only taller and slimmer and with more muscles on his wings. And more handsome too. Gwyn's own look. No, seriously. Thanks. I like this idea. We'll find Marcus, the handsomest, strongest, most un-Gwyn-like Mim around. И баба тоже в теме. Oh, you too now? So, но он реально урод. We lost the alien scout. Well, last I heard, we weren't even sure what it was. Они даже не знали, что такое. То есть мы просто сунули в подвал, и пусть лежит. If only it were that simple. А он что-то знает. We managed to repel the invasion force. We're still alive, and NLA is still standing. I'll take that as a victory. Hell yeah. Hell yeah. That's right. We did good here today. We won. Yeah, you're right. So hey, why don't we all go report back to HQ together? Пойдем репорт писать. Sounds good. Actually, Irina, you guys should go on ahead. I have an errand to run with my team first. У нас задание какое-то еще. Roger that. Then we'll see you back at headquarters in a bit. Colonel. Не бежать. Let's go check out the hangar. Пойдем в ангаре глянем. Right. So I said... А мне это. Она действительно как пубертатная школьница. Вон, смотрите на рычаги. Есть шея тоже. Поклялась уничтожить человечество.
Так, а что в ангаре? Ничего не осталось. Чел вот такой, да мне позвонили, гайс. There's no excuse. This wouldn't have happened if I didn't order my men to leave their posts. You were just trying to help. It's okay. We should count ourselves lucky we ended up with so few casualties. Sorry to break up the love-in, but you know, there must be something to that Skell if they were this worried about it. I wonder. Super Skell. The bigger question is how they even knew we had it, and how did they know exactly where we were keeping it? Да, кто-то палит, короче. Может, Лау кидала? Он ушел из ангара? Она знает, что Лау кидала. Она ее подозревает. Он продал нас. Он спалил, что мы храним черное дерьмо. Так, тем временем. Что в квартире дебилов? А, он прям положил себе это такое. О, у меня теперь дома, смотри, какая лежит. Жирный ты урод. Great One's Divine Vessel. Плоть бога какая-то у него прям. Сейчас он начнет колдовать и супер дерьмо воскресит. I beg you, O Great One, descend to this humble planet and guide me. I am yours to command. Кастует. Пытается оживить там какое-то древнее дерьмо. Потом, как обычно, окажешь там поглотители звезд и вот это все. Ну, как в Mass Effect был. Прошли. Так. Лут. Лутец кидали. Ничего себе, я ходил месил. А, это голофигурки. Рис, Даган. Глиф какой-то. Экспири глиф. Засеемся. Раз все подозрения на Лау 100% нет. Вообще, скорее всего, да. Потом окажется, что картошка предатель. Но они не могут так сделать со школьниками, которые любят картошку. Так, чего теперь? Пойдем опять в барак. Пойдем глянем, какие требования к следующей миссии. Так, а там новая фигня появилась. 32 левел. Nagis Time. Так, бараки старые добрые. У меня на story миссии на самом деле ушло в разы меньше времени относительно квестов обычных. Так, Max Members 4. Required level 1. Не стала дата проб от Сильван. Сильвалом Entrance. Complete Spy Games. Ладно, это на другой материк. И Spy Games тоже на другой материк, насколько я помню. Это где-то здесь, брать. Нет, на Gitime. Вот. Это мы будем делать в следующих сериях. А пока давайте закругляться. Надо сходить хотя бы перекусить, хоть что-нибудь сделать. То есть сижу уже сколько? Часов 7, наверное, сижу. Слушай, а где Spy Games? Я хочу посмотреть, что там требуется хотя бы. Миссия под названием Spy Games. Так. Не то. Блин. Manhunt. Новое. А вот Spy Games, 28 уровень. Пойдем, я потеребоньку ее гляну. Так, а с Гордоном-то что? Мы его задефали, типа он прям весь нормальный, как раньше был. О, да, действительно, они починили весь город, отдефали. Not bad, not bad. Так, там я вижу квест дают. А мне здесь проверить вот эту тему. Если я все правильно понимаю. Да, вот Spy Games, Oblivion. Ладно, это мы в следующий раз будем делать.
Я так понял, здесь уже сейчас начнется мидгейм прям или что-то типа того. Есть квест какой-то. Взять квест. Здесь муй-муй какой-то. Картошки. Ты чё, муй-муй? Он реально муй-муй. Играли в Лок-Рок? Муй-муй. Из Legendar Steel на Драйзе. King's Brother Pawn. Так. Мы, говорит, вступили в Blade, чтобы заработать немножко бабок. Смотрите, у них прям наряд камуфляжный. Офигеть. Так, мой-мой. Вступили в Blade, чтобы делать хорошие вещи. Пробовали. Таки не палец. Хотели, говорит, бабок зашибись. У них огромные вот эти застежки молнии. Так, говорит, покажи нам, как быть блейдами. Ну, я расскажу сейчас, давай, ладно. Мне, говорит, это не очень интересно. Мне, говорит, интересно, как побольше бабок зашибись. Мы, говорит, очень бедные. To battle on Legendar. Что за Legendar? Legendar Super Radar. Последнее создание Little Brother Pawn. Fan Signature. Какое-то сокровище древних напонов. Sword of Legendariness. Ничего себе. Рарный меч какой-то. И мне теперь его идти надо? Будем искать меч. Надо сделать пару инфини очков. Короче, я не понял, чем делать. Так. Собрать. 5 pieces of Thought Leather. Еще какое-то дерьмо из приморда, еще какое-то. А я все собрал уже, блин. Я квест сделал, короче. Accept. Что-то изи. Mission Critical Rations. Так, я принес. Недолго было. Так, забирай. Thank you, friend. Будем сейчас искать сокровища. Yeah. Мой. А, паника. Brother Pawn. Terrible news. Он обделался. Боже, он реально обделался. Not kind of funny smell. Так. Чё-то вылезло и наблевал на неё. Так. Ты там как, нормально, братан? С него прям капает зелёный, смотрись. Так. И фигня съела его радар. Так, 30 тысяч кредитов, говорит. И мы построим новый. Либо как вариант, скорее всего, сейчас надо будет пойти и убить дерьмо.
Я пойду убью дерьмо, мне интересно убивать дерьмо. О, видно, что альтернатива. Прикольно. То есть, либо так, либо так. Ладно, друзья, давайте все, потом я пойду это все убивать, это всю фигню. А то я уже прям сижу и не могу. Так, сохраняемся. Ну и все, спасибо и до свидания. Return to title screen. Брайбер.